Заработать на карманные расходы хотят многие подростки, а с получением паспорта трудоустройство становится реальным, как и возможность иметь свой собственный доход. Но далеко не каждый подросток и его родитель может быстро найти вакантное место. Ярославу 15, он заканчивает 8 класс и, как и многие сверстники, хочет иметь свои деньги. Впервые заинтересовался работой в прошлом году, когда получил паспорт. Тогда вместе с мамой начали искать работу и сразу же столкнулись с проблемами. Оказывается, нужно записываться с февраля, с марта, то есть не летом ты проснулся, а на самом деле нужно там за полгода вставать на какую-то очередь. И я знала и видела, что подростки работают на заводах, ну вот в частности на патронном заводе. Они сортируют патроны и проверяют их качество. Туда берут в основном детей самих сотрудников, потому что туда очень строгая служба безопасности. Для Юлии, как для мамы, безопасность сына на рабочем месте – важный фактор. Но какую бы работу для Ярослава она ни рассматривала, ни одна не соответствовала ее ожиданиям. Мы просились к моим знакомым, которые занимаются сортировкой мусора. То есть им сдают мусор, макулатуру и так далее. Они говорят, там нужно таскать тяжелые тюки, там может сдать грузовик назад и, не дай бог, его придавит. Вдруг он будет работать на жаре и потеряет сознание. То есть все понимают, что 14 лет – это ребенок, это дополнительная ответственность. А такую ответственность готов взять на себя далеко не каждый работодатель. Но нашим героям все же повезло. В августе прошлого года, после нескольких месяцев безуспешных поисков, парня согласили взять помощником повара в кафе. И все же этому поспособствовало знакомство работодателей с семьей подростка. Нужно знать человека, прежде чем взять его к себе там, работать. Да? То есть знать, может быть, родителей, да, яблоко от яблони. Знать семью, и смотреть на человека, то есть пособеседовать, пообщаться, как он ответственный, неответственный, как он относится, серьезно относится, несерьезно, то есть просто так провести время. Ярослав зарекомендовал себя сразу, упорно трудился, прислушивался к наставлениям коллектива. Я здесь научился резать большую часть продуктов, которая пригодится мне в дальнейшей жизни, чистить овощи, картошку. Например, тыкву, разливать напитки, знать их граммовую меру. Этим летом парень снова будет трудиться на кухне. С тех пор, как старшеклассник начал работать, говорит мама, он поменялся, повзрослел. Первые дни ему было тяжело, и он приходил домой уставший. Он прям даже попросил меня прощения, сказал, мама, я прям понял, как тебе тяжело, ты ходишь на работу, ты нас кормишь. И это осознание, оно вот ни с чем не сравнимо. Большая часть одноклассников и, в принципе, моих сверстников из школы очень сильно хотят начать подрабатывать. Работодатель должен предоставлять такую возможность, потому что это, в принципе, поможет подростку в дальнейшей жизни. Потому что не каждый подросток привык к такому труду, не понимает, что его ждет в дальнейшей взрослой жизни, и на словах это просто не доказать. Это факт зарабатывания денег, да, должен присутствовать, во-первых. Во-вторых, это развивает ответственность. То есть он уже понимает, что у него такое поле ответственности, он должен это сделать. Это очень хорошо воспитывает, мобилизирует. А шанс иметь собственные деньги – это тоже немаловажно. То есть понимать, как деньги зарабатываются, что они не берутся ниоткуда. Озадачиться поиском работы для подростка нужно за полгода. За это время как минимум необходимо завести учетную запись на портале госуслуг, потом зайти на единую цифровую платформу «Работа России» и заполнить резюме. Но есть еще немало нюансов, связанных с возрастом подростка. Ребята, старшеклассники, чей возраст составляет 14 лет, для трудоустройства необходимо их родителям получить согласие органа опеки и попечительства, а также согласие родителей, что они разрешают им трудиться. С 15 лет предоставляется только согласие родителей. На сегодняшний день в Барнауле трудоустроили уже около 300 подростков. Обеспечить рабочим местом планируют этим летом еще около 2000 ребят. В Алтайском крае уже разместили вакансии для подростков. В регионах активно проводят подготовительную кампанию по размещению вакансий на предприятиях. Большая часть рабочих мест создается при школах. Но мы себе ставим задачу, чтобы все-таки дети в этот период, в летний период, получали профессиональные, первые профессиональные навыки, поэтому работаем над увеличением количества работодателей реального сектора экономики. У нас есть. К примеру, в Омской области для увеличения вакансий старшеклассникам сделали проект «Мое трудовое лето». Для подростков будет как раз расширен перечень тех работ и услуг, которые предоставляются в рамках временной занятости.
В Алтайском крае упор в трудоустройстве делают больше на престиж рабочих профессий. Значительная часть подростков в летний период будет работать подсобными на заводах. К примеру, в Омской области больше ориентируются на образовательную и научные сферы. Красноярский край трудоустраивает подростков чаще в коммерческие. Помимо зарплаты, которую подросткам выдаст работодатель, региональные центры занятости должны выплачивать и материальную поддержку. На эти цели в этом году из краевого бюджета выделено более 2 миллионов рублей. Наша материальная поддержка зависит от минимального пособия по безработице. На сегодняшний день составляет минимальный размер 1725 рублей от 1725 рублей. И наша материальная поддержка выплачивается независимо от того, сколько часов отработал старшеклассник, мы платим за календарные дни. Сумма хоть и небольшая, но для начала трудового пути, отмечают специалисты, уже неплохо. Молодой человек, отработавший в течение полный месяц, да, полный рабочий день, сможет заработать до 14 тысяч рублей. Кроме оплаты, которая будет предоставляться работодателям, также будет предоставлена из областного бюджета надбавка 2156 рублей каждому молодому человеку. Но чтобы заработать эти деньги, говорят родители подростков, которые уже столкнулись с поиском работы для своих детей, нужно пройти немало испытаний. Да и далеко не все работодатели ждут у себя несовершеннолетних. Хлопот много, ответственность огромная. А между тем, опыт развитых стран показывает, чем раньше подросток начинает зарабатывать деньги, тем ответственнее и осознаннее он ведет себя во взрослой жизни. София Ценко, Андрей Печоркин, «День с толком».